Да все хорошо. Все, с каждым днем все лучше и лучше после операции. Операцию перенес хорошо. То есть уже на следующий день даже начал тренироваться. В палате сначала попросил коврик спортивный, чтобы мне принесли. Ну, потому что форму сейчас терять точно не нужно. Опускать руки, или, там, расстраиваться, переживать. Это все лишнее, я считаю. Что говорят врачи? Врачи говорят, что все нормально, как бы сшили, все хорошо. Самое главное сейчас, самый ответственный момент, это отношение к восстановлению, к правильной реабилитации. Никуда не бежать впереди паровоза, не стараться там раньше времени что-то начать делать. Самое главное, четко, ответственно подойти к этому моменту на восстановление. Ну вот мне сейчас пару недель нужно походить в гипсе. Через пару недель мне снимут швы и оденут уже специальный сапог. Я помню, после Монреаля я уже ходил в таком сапоге, и я в своей комбинации на всех снарядах, почти по полу комбинации, где-то даже комбинации делал в этом сапоге, поэтому тренироваться я смогу почти полную силу, не считая со скоков и приземлений, и прыжковых, естественно, снарядов. Сейчас и мне уже разрешили тренироваться, не в полную силу, конечно, не так, чтобы швы разошлись, там еще что-то, какие-то амплитудные движения пока нет, вот эти пару недель. А статику, силовые упражнения, подкачку, какие-то там легкие упражнения для растяжки, для всего этого мне уже разрешены, поэтому я уже начинаю работать, уже начинаю восстанавливаться, точнее не застаиваться. И я вижу хорошие прогнозы, и врачи тоже говорят, что ничего плачевного нету, времени достаточно, чтобы восстановиться, чтобы встать на ноги. Поддержка от руководства, поддержка от главного тренера, от всех вообще очень большая, от команды в первую очередь. Поэтому я чувствую эту ответственность и, конечно, опускать руки самое последнее, наверное. Самый главный вопрос, который беспокоит всех, к августу. Ты будешь в хорошей форме? Как ты думаешь? Конечно же, я приложу все усилия, максимально все усилия для того, чтобы быть в форме, для того, чтобы подготовиться к августу, для того, чтобы наша команда не стала слабее, чтобы мы все-таки прошли этот путь. Ну, то есть это реально, набрать форму до августа, будь уже нормально? Абсолютно, конечно. Еще раз говорю, вот на реабилитацию мне сейчас дают 5 недель. То есть, конечно, возможно, Кубок России я пропущу, и то не факт. Может быть, я выступлю на Кубке России 4 снаряда, если мне нога позволит делать хотя бы какие-то легкие соскоки. Угу. То есть в своих программах я не сомневаюсь на 4 снарядах. Единственное, пока под вопросом именно вот соскоки, угу. Спрыгивание со снаряда. Этот момент мы будем уже смотреть и отталкиваться от того, как будет проходить реабилитация, потому что она, на самом деле, у всех организм разный, у кого-то быстрее, у кого-то дольше, поэтому от этого мы будем уже отталкиваться. Но, в принципе, Кубку России, я думаю, что даже там какие-то комбинации я уже буду готов делать без соскоков.